так, что вы еще Что вы можете сказать о создании СССР 2.0? Какой? СССР 2.0. Восстановление Союза. Ну, вы за или против? За восстановление? Или против? Естественно, за восстановление, плановую экономику и все прочее. Запад же все лучшие опыты у нас перенял. А что бы вы хотели дополнить в новом Союзе? В новом что Союзе, не хватало раньше? Первое, раковую опухоль убрать, это раскулачить олигархов. Первое, что нас держит тормозом, висит на нашем... Национализировать добывающие отрасли и обрабатывать? Национализация должна быть, это первое, иначе страна исчезнет. Просто нечем будет платить зарплату, медицина, все разрушится. Поэтому то, что они награбили, обязаны вернуть. Иначе будет революция очень ужасная. Мы их всех перебьем, попросту говоря, наш народ. Они нас не слушают, а зря. Об этом говорят все пророчества. Вот книга «Россия перед вторым пришествием», все великие старцы Оптинские, Сергий Радонежский, все великие. И проходим, интересуемся. Свежая все, суть. То есть говорили, что грядет вторая революция. Еще вопросы. Спасибо.